Денис – вполне благополучный и совершенно городской молодой человек. Долгое время жил и учился в Англии, а тут решил поехать к тетке, в деревню, в глушь. И вдруг начинает казаться Денису, что дома-то все чужое – и дорога, и невеста, и страна. Алло, мам! Алло! Все, свадьбы не будет! Да не будет, все! Она… Дура. Да она дура, понимаешь? Я теперь звоню! Ее надо закопать вместе с собачкой ее возле этой дороги, понимаешь? У нее интеллекта просто грандиозный коэффициент. Вот так идет Денис вперед, один под дождем по разметке и думает о своей жизни. Интеллектуальное кино во вторник вечером на телеканале «Самара ГИС».